Добрый вечер. Я скажу, что мы очень рады выиграть здесь в связи с обстоятельствами, которые нас постигли. Вот, потому что практически мы играли с четвертым разыгрывающим, который показал себя с великолепной стороны. Вот, Макс Колюшкин провел отличную игру. Вот, и мы знаем, что у него есть талант, но так у нас есть люди на его позиции, поэтому он, может быть, где-то недостаточно времени получает. У нас травмирован Делэни, травмирован Конгейтис, и сегодня мы выяснили с утра, что Майлз сильно заболел, и, в общем-то, мы практически были поставлены в такую неординарную ситуацию. Вот. И плюс Боронов тоже травмирован. Но игроки очень хорошо отреагировали. Каждый сделал шаг и внес что-то в командную игру. Поэтому мы и победили. Первое, поздравляем команду Локомотива на победу. Они заслуженно победили. Мы тотально плохо начали игру. Цело первую половину. Практически без защите, без... Все то, это, что договорили се пред игру, да играемо агресивно, да играемо жестко, да играемо со много фаула, мы не сделали. Мы начали ту первые 3-4 минуты, у нас было преимущество 2 очка и тогда начали играть, как думали, что можемо легко забить против такой команды легкие очки, али это было очень плохо наша игра, специально в нападении, когда начали они играть жестко, у нас не было терпения, хотели быстро закончить нападение, и противник сразу из контратака сделал преимущество, и потом у нас был большой проблем со защитой пикерола на первой половине, где мы играли тоже без давления мяча, на игроку с мячем, были мы слишком далеко от игрока, и onda su oni легко сделали позиции 2 на 1 и забили очень много легких очки под кольцом, очень большом проценту су забивали из-под кольца, а мы с другой стороны не сделали фаулы на этом пикеролу или когда там осталось преимущество большие на маленьком под кольцом. На второй половине у нас там после собрания показали характер и как надо играть, али это недостаточно против таких команди. Локомотива команда Евролиги, они играют Еврокуп, али у них еще сегодня не было 3 игрока, которые очень-очень хорошие, Дилейни, Калниетис и Майлз, так да, по моему мнению, они су главни фавориты за победника Еврокупа в этом году. Али скажем, как и против ЦСКА, когда мы играли хорошо первую половину и у нас был практически ровный счет, достаточно е 5 минута против таких команди да играеш плохо, они сделали огромно преимущество и тогда и разница на концу огромна. Так, все перед нами су игре са легчим противницима. Старт через 5 дней играемо Литве. Это первая игра на въезде, первая шанса за победом и да, если возможно, если победимо, тогда сделаемо большое преимущество перед наступающей игрой в Евро-челленджу, потому что наша цель, как и знаете, плассман в следующую рунду.